giocare. Так же по торговому центру ходили. Это практическое упражнение. Упражнение. Сейчас ногу ты разломаешь. Это не так. Отжимаешься еще раз. Коснулся, отжимаешься. Что еще сделал? Коснулся, отжимаешься. А. Тогда почему отжимается нечетное количество? Ну, о, теперь четное. Он только сюда пустил, опять коснул. Что это? Ну, это разные способы. Ушат, логия, самбо, татами. За татами отжимайте. Если есть, да, и как его. Вы не можете почему? Да, отжимается там. Кто-то что-то пытается быстрее передвигаться, а он просто такой пробежал. Ускорение. А, ну теперь ускорение. Ну уже нет. Уже не стоит. Привет. Чего они приехали? Вы, конечно, очень прекрасно встали. Thank you.
Я рассказываю, что это нормальный спортсмен, никто не будет тоже.